Я, Декарт Каин, много лет провел в путешествиях. Повидал и изучил множество самых невероятных существ. К несчастью, я никак не мог предотвратить катастрофу, уничтожившую три страны. Дьявола, владыка ужаса, вновь на свободе и грозит уничтожить наш мир. Силы преисподней вновь объединились с дьяволом и его братьями. В таком случае я могу только молиться за всех нас. Итак, начнем. Меня ничто не остановит. Решеткам не сдержать силу природы. Тут действует темная магия. Тристрал не мог противостоять ярости дьявола. Только очень сильная магия может затмить солнце. За мной. Так вот где прячется зло. Графиню, которая для сохранения молодости купалась в крови сотни девственниц, похоронили заживо. А от замка, где она творила свои злодеяния, вскоре остались одни руины. Я искупаю тебя в крови! Мне нужна мана. Умри! Это все? А, умница ли я? Я провела детство, путешествуя с дядей Декартом в поисках забытых знаний и артефактов. Это было так здорово. Исследовать древние храмы и раскапывать затерянные гробницы. Но теперь я в растерянности. Я вижу, к чему эта одержимость привела его. Привела всех нас. Смерть идет за тобой. Нефалем. Нефалем заключил единое зло в черный камень души. Вот она, возможность совершить личное противостояние. Я был королем. Всю свою жизнь я верой и правдой служил народу Исрама. Взамен меня прозвали безумцем. Меня предали. Но я вернулся. Я Леорик, король скелет. Жалкие герои. Думаю, что одолеют меня. Но меня нельзя убить снова. Когда-то я была жертвой. Теперь я охотник. Выбор есть всегда. Теперь я еще лучше владею собой. Подожди меня. Видели бы меня сейчас мои наставники. Иногда я сам себя восхищаю. Я готова сражаться. Достойный противник.
Жалкая добыча. А вот людей необходимо истребить, пока они не накопили силу. Камень души подойдет для этого лучше всего. Дети мои. Не спасет вас. Это можете сделать только вы сами. Сбросьте оковы и узнайте, кто вы на самом деле. Сбросьте оковы и воссияйте во грехе. Древнее зло на свободе. У нас появился шанс все исправить, пока не стало еще хуже. У меня только одни союзники. Мои друзья. Я уже иду. Некромант. Неважно выглядишь. Смотри внимательно. Может, чему и научишься? Приятно осознавать, что не придется все делать одной. Я с тобой. У меня дурное предчувствие. Ты помнишь его, Инари? Шепот. Разговоры тебя не спасут. Покажись. И вот солдат вернулся. Да с такой решимостью. От прежних сомнений не осталось и следа. Ты обманула меня. Неужели, Инарий, чего ты хочешь? Мое место обратно на небесах. И поэтому ты стремишься уничтожить наше творение. Сокровь. Это мерзость. Целый уровень с бабочками, радугами и единорогами.